Расходитесь, расходитесь. Хорошо, вперед. Ребята, вспомните, как мы делали на тренировках. Вспомнили? Нет, нет, другую вещь, которую мы пробовали делать. Ну ладно, тайм-аут. Тайм-аут. Все сюда. Дети, идите сюда. Угощение. У меня есть сладости. Идите сюда. Итак, вот что вы должны делать. Ани, я хочу, чтобы ты вышла на линию нападения. Трент, ты делаешь обманный пас Ани и выводишь мяч в середину поля. Тут будут подключаться форварды, Софи и Крис. Софи, принимай мяч и оттяни на себя защитников. Потом делай длинную верхнюю передачу через защитников на Криса. А ты, Крис, делаешь рывок вперед точно так, как мы с вами делали на тренировке. Всем понятно? Тогда за дело. Вы замечаете сходство между субботней игрой в футбол и утренним рабочим совещанием в понедельник? Задумайтесь над этим сходством. Зачастую команда или организация очень смутно представляет себе истинные цели и приоритеты. Тренеры и игроки часто находятся в разных плоскостях. В результате все бегут в разных направлениях, вместо того, чтобы согласованно работать ради достижения единой цели. Неспособность поставить четкие цели и сформулировать стратегию организации, а затем претворить их в действие, является одной из основных проблем большинства компаний в мире. Одно дело выдвинуть замечательную стратегию, задачи, и совсем другое выполнить их. Это можно назвать пробел в реализации. В исследовании, проведенном Harris Polling Group, мы находим очевидную статистически подтвержденную причину, почему срывается реализация планов и почему цели не претворяются в действие рядовыми сотрудниками. Первый вывод. Всего 15% опрошенных смогли четко сформулировать цели и основные приоритеты своей организации. Либо цели слишком много, либо цели слишком часто меняются, либо их вообще не существует. И в большинстве случаев они почти не доводятся до сведения сотрудников. Даже если руководители четко понимают, чего они хотят достичь, это еще не значит, что на передней линии, где и идет основная работа, знают, какие это цели. В конце концов, в самом прямом смысле, передовая линия и подводит итоговую черту. Во-вторых, люди могут знать, какие цели поставлены, но очень часто они их не разделяют. Всего 19% респондентов отметили, что чувствуют свою вовлеченность в достижение целей организации. Всего один из пяти. Существует несколько причин этому, но основная заключается в том, что люди не чувствуют своей причастности, своего вклада в то, что необходимо сделать для достижения этих целей. У них просто отсутствует эмоциональная связь с целями организации. Нет вовлеченности, нет обязательств. В-третьих, исследование показало, что лишь 49% рабочего времени всех опрошенных связано с достижением самых важных целей организации. Остальное время расходуется на срочные, но куда менее важные дела. Внимание сотрудников настолько отвлекается на срочные вещи, что они не обращают внимания на самые важные вещи. Наконец, люди могут знать цели и высшие приоритеты, они могут разделять их, но не понимают, что конкретно они могут сделать для их достижения. Действительно, 51% респондентов утверждают, что они не совсем понимают, что же конкретно им нужно сделать, чтобы помочь организации достичь своих целей. Цели не будут реализованы до тех пор, пока каждый четко не поймет, в чем они заключаются, и не определит, что непосредственно он должен сделать ради их достижения.
Только когда люди осознают главную цель, тогда и только тогда они смогут попробовать действовать по-новому, стараясь наилучшим образом ее достичь. Итак, главное, при стремлении к цели, которую вы еще не достигали, вам просто нужно начать делать то, чего вы еще никогда не делали. Вы можете спросить, реально ли столь стремительно и ощутимо улучшить способность вашей команды в достижении цели? Может ли это произойти на самом деле? Мой ответ – безусловно. Только представьте себе последствия того, что каждый член команды четко понимает поставленную цель. Представьте себе энергию и творческую активность, которая проявится, когда каждый человек в организации вовлечен и активно участвует в достижении цели. Подумайте об экономической отдаче, когда каждый работник будет расходовать основную часть рабочего времени на приоритетную деятельность. Подумайте, чего можно достичь, когда каждый игрок в команде точно знает, что ему делать. Возможности, друзья мои, безграничны.